плотно сидит в волосяном фолликуле, очень плотно. В природе они естественным образом ее удаляют, там бегают по кустам, мертвых парчерток забивают ось, и вообще ничего не растет. В один прекрасный день вообще все перестанет расти. Поэтому прочесывать обязательно нужно, и чем чаще, тем лучше. Но, как получается, что ты, допустим, прочесала, часть шерсти убрала, и новая шерсть растет. Когда ты состригаешь под ногу, у тебя нет возможности вычесывать. И корень забивает рост нового волоса. Вот и все. Попку мы немножко закругляем, да? Да, чуть-чуть. Молодецы X – это когда вообще не растет волос. Он рос, как мужчина, раз, и вдруг стал высеть. Только там лопух, хоть чесноком, хоть комом натирайся, у тебя все равно ничего не вырастет. Это генетика такая. Вот так же и здесь. Это недобросовестные заводчики.